Всем привет! Хочу показать, как выполняется серия нулевых задачек такого типа по LinkedIn, у кого он работает. Статистику когда-то шли, сейчас непонятно. Надо проверять каждую, потому что тут их куча сейчас. Из этой кучи одна может быть без кирпича. Но чтобы их проверить, надо по разу выполнить. Чтобы по разу выполнить, надо знать, как выполнять. Они немножко намудрили тут. Раньше она проще делала. Сейчас они чуть добавили, поменяли местами ответ. Принцип практически тот же, что и был раньше в такого типа задачах. Но чуть-чуть они расположение ответов поменяли. Тут первый ответ раньше был, что все сходится, а сейчас наоборот получается. Первый ответ — это если другая компания. Вот. New Company. Это новая компания. То есть компания не совпадает. Это просто надо запомнить, оно потом легко делается. Значит так, первый ответ у нас — это другая компания. Второй ответ — это у нас, если должность другая, компания та же, но должность другая. Вот как бы изменена. Третий вариант ответа — это без изменений. Это раньше был первый вариант. То есть никаких изменений, все сходится типа. И четвертый вариант — это страница недоступна. И дальше у нас идет насчет презента выбрать. Но это я сейчас покажу по ходу пьесы. Первый вариант — это если больше, чем один презент написан. Второй вариант — это только один презент в меню, этом опыт работы. И третий вариант — нет вообще презента. Четвертый — это если страница недоступна. Ну, поехали, посмотрим по этому. Походу. Так, первым делом я всегда смотрю компанию, название компании сравниваю. Запоминаю. Wildlife Conservation Society. Всегда смотрим только в этом разделе. Experience. Wildlife Conservation Society. То есть компания у нас уже сходится. Дальше смотрим, ниже должность идет. Mayor, Donor, Communication Manager. Mayor, Donor, Communication Manager. То есть тут у нас все абсолютно сходится. Значит, мы выбираем без изменений. Вот. Нет изменений никаких. И теперь нам надо посчитать презентов сколько. Смотрим. Вот. Презент раз. То есть это он по сегодняшний день не работает. Так. Раз. Тут нету. Тут нету. Все, дальше уже другой раздел, мы в него не смотрим. Вот, тут нету. Один презент у нас. Значит, мы здесь выбираем first, короче, вот, only. Только один. Все, больше нет. Поехали дальше. Так, MSD, Sharp, дохли. Опять строго этот первый отдел. Вот он у нас коротенький, тут только одно. Вот, MSD. Все, то есть компания в принципе та же самая. MSD просто сокращенная, без всяких дополнений. И смотрим должность. Quality Manager. Quality Manager сходится, MSD сходится. Все, значит, мы ставим No Change, без изменений. И презент у нас только один. Презент только один. Поехали дальше. Wood Groups UK Limited. Wood Group. Так, experience. Wood. Блин. Не надо нажимать, потому что кидает на компанию. Вот, все, вот есть. Компания сходится. Пусть она сокращенная, без всяких групп, шмуп. Ну вот, это уже оно. Дальше смотрим. Должность. Вот он в этой компании работал в разных должностях в разное время. Это уже другая компания. Вот. В этой компании он работал в двух должностях. То есть раньше он был механик короче, вот кем он был. И последнее время, вот по сегодняшний день, он работает сеньор механикал инженер. То есть повышение пошел. Тут простой механикал инженер, тут уже сеньор. То есть где-то выше, типа как сержант, ефрейтор, что-то такое.
Это уже считается другая должность, потому что не писали бы они две таких одинаковых. Теперь нам надо посмотреть. Вот у нас сеньор менеджер инженер. Значит, таки сходится у нас и компания это, и презент смотрим сразу один. И смотрим дальше все компании, где он работал. Есть, потому что бывает такое, что работает в двух компаниях сразу. Так, все, один презент и все сходится. Значит, выбираем без изменений. И один презент, only first. Так, дальше. Cadence Decision System. Каденция, блин, мать отечества, каденция Decision System, есть. Дальше смотрим должность. Вице-президент Sales North America. Вице-президент Sales North America Field Operation. Все сходится у нас, все четко, без изменений. Дальше считаем презенты. Раз презент, тут нету. Нету. Надо открыть, вдруг там есть. Так, тут нету. Нету. Все, нету. Один презент и все сходится. Опять ставим без изменений. И, как правило, чаще всего в этих задачах получается один. Но попадают и несколько. Так, дальше. Так, едем дальше. Компания Kenworth Sales Company. Так, Experience Kenworth Sales Company. Вот она и есть компания. Так, дальше смотрим должность. Parts Manager. Вот, Parts Manager. Уже не прокатывает, потому что это не последняя работа. Вот это он работал в этой должности до 16 года. Сейчас он работает в этой должности. Вот, present, в настоящее время, типа, он работает в этой должности. Значит, у нас, получается, компания сходится, должность другая. Это уже второй вариант. Теперь считаем сразу презенты. Раз презент. Так, тут нету. Все, один презент, получается, у нас должность другая. Все, выбираем здесь. Так, первое, это другая компания. Второе, это вот другая должность не сходится. И один презент выбираем. Все. Так, Coca-Cola. Так, раздел Experience. Компания Monster Energy. Тут еще, вот, Coca-Cola, он до 15 года работал в Coca-Cola. То есть, получается, на данный момент он работает в компании Monster Energy. Это совсем другая. Поэтому у нас первый вариант, другая компания. И считаем сразу презент. Раз презент. Нету. Все. Один презент, другая компания. Вот. New Company. Company New. Все. Чпок. И должность даже не смотрим, потому что уже не имеет разницы. Так. First. Один present. Все, поехали дальше. Plan C. Plan C. Accounting Manager. Accounting Manager. Plan C. Все, сходится. И сразу смотрим презенты. Раз. И все. И раз. Значит, ставим без изменений. И презент раз. Так. Mapi Spa. Regional Sales Manager. Mapi. Пофиг. Spa есть, нету. Болгария тут написано, что Mapi есть, есть. Все, оно. Так, Sales Manager Македония. Так, регионал отметаем. Sales Manager Македония. Вот она. И Mapi. Опс. Все, вот она. Есть. Mapi есть. Презент один. Все, один презент. То есть у нас без изменений.
и present раз. Так, United States Patent and Trademark. United States Patent and Trademark. United States Embassy. Не похоже. Property не похоже. United States PTO. PTO. Вот она. Attorney Advisor. Attorney Advisor. Да, вот что они имеют в виду. Вот что они нам показали. Это он работал до 17 года. То есть у нас компания уже другая. Вот это было USPTO. А сейчас он работает US Embassy. То есть у нас первый вариант другая компания. И смотрим present. Раз. Нету. 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 Все. Ставим другая компания. И present раз. Опять сососоло. Засосоло. Оно так. Уже вижу, что стратегик продукт, предыдущая должность. Стратегик продукт директор EMS AS маркетинг. Да, это предыдущая до 17 года. Сейчас он поменял уже должность. То есть компания та же, должность другая. Это второй вариант у нас. Present раз. Тут смотрим именно вот тут между датами. Нету, нету. 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 Обязательно открыть, потому что может попасться здесь презент. Нету, нету, нету. Все. Презент один у нас и должность другая. Так, смотрим. Компания вот. Должность другая. И презент раз. И все, go. Все 100%. В результате что мы имеем? Мы имеем два номера. И два номера мимо кассы у нас. Оба с кирпичами. Кстати, вот эта задачка тоже для нулевого уровня. И тоже с кирпичом. Вот хорошие задачки. Можно было бы за пару часов можно было бы уровни поднять для нулевика. И тем не менее они у нас все с кирпичом, все бесполезны. Так, только если вы хотите потыкать по полкопейки себе задачи, только так. Но лучше проверять каждую по одному разу делать, чтобы проверить на кирпич. Все, я вам дал, как их выполнять. Проверяйте каждый новый номер, потому что может оказаться, что так, что среди 10 этих номеров один будет без кирпичек. А, ну, не сделаешь, не будешь знать. Все, всем удачи, побыстрее поднять уровни. Всем пока.